Здравия желаю, уважаемые подписчики и пользователи, а также здравия желаю всем рабам Газнефтепрома и Энергосбыта. Сейчас показываю, значит, заряд батареи вот я решил усилить, то до этого заряжал таким путем одну, 4 штуки, то есть одну эту упаковку. Сейчас взял 8 штук, 2 упаковки. И вижу, что, видите, заряд идет ничуть не медленнее, уже почти 13, а было 11. То есть здесь на выходе чуть увеличил напряжение, где-то здесь 17 вольт. Это 12-вольтовая, значит, блок питания, это я же показывал, 12-вольтовый блок питания, 50 ватт. Это на 200 ватт повышает напряжение от, значит, 6 вольт до 60. В данный момент она повысила напряжение до 17. И 8 батареек, каждая батарейка примерно где-то по 3-4 ампера, то есть считайте, по 3, пусть возьмем наименьшее число, 3, и значит 15, 40, где-то 40 ватт и 40, 80 ватт мы заряжаем, не тратим ни капли тока, то есть откатным током. Сейчас вы увидите, как он откатный ток, это я уже показывал. Вот тут провод, который на него идет, одиночный. Вот сейчас он, вот видите, 0,4 ампера, 0,5 ампера. То есть импульсная система применяется, значит, самоиндукция. Вот. И другие, ну, свойства тела, значит, что они расширяются и сжимаются. Ну и другие свойства, об этом я уже говорил, просто я сегодня показываю, что систему удалось увеличить 2 раза. В дальнейшем еще попробую 3 подсоединить. Сейчас вот проверю, до 15 догоню. Уже 13, я думаю, 20-30 минут, максимум час, и будет 15. Как видите, уже 13, почти 13 с чем-то. Поэтому счетчик, как видите, не сматывает, то есть отдается назад энергия. Поэтому, кто не верит в это, продолжайте платить. Это дело ваше. Спорить я с сегодняшнего дня никаких споров вести не буду. Это трата времени просто. То есть вместо того, чтобы заниматься делом, начинаешь доказывать, что ты не верблюд, или что это черное — это черное, а белое — это белое, а не наоборот. Спасибо вам за внимание, желаю всем крепкого здоровья, успехов в труде и обороне.